Кафедральном соборе святых жен мироносец в Баку впервые была исполнена молитва «Отче наш» на азербайджанском языке. Музыку для молитвы написал заслуженный артист Азербайджана Вагиф Мастанов. Владыка Феофилакт поблагодарил настоятеля собора и руководителя хора за осуществление этой доброй и полезной инициативы, а также за предпринятый труд. В этой мелодии, по его словам, слышатся и колыбельные матери, и наставления отца, и благодарность старших, и радость детей.